преддверии Дня народного единства в Доме культуры поселка Афипский состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов Северского района. 4 ноября – особый день для жителей всей страны, независимо от национальности и вероисповедания. Пусть каждый житель великой родины нашей России всегда будет горд, что родился здесь, трудится и живет на этой благодатной земле. Дорогие друзья, разрешите мне по поручению главы поздравить всех с наступающим праздником, пожелать мира, счастья и радости. Мирного неба, чтобы мы были также едины и также сильны. С праздником! Этот праздник – напоминание и свидетельство того, что Россия и ее люди сильны героизмом и сплоченностью, а в их сердцах всегда жива память о тех, кто отдал жизни за мирное будущее нынешнего поколения россиян. Сегодня история пишет новые имена героев, отстаивающих интересы Родины в ходе специальной военной операции. Как всегда, сплотились и те, кто в тылу. В торжественной обстановке благодарственные письма администрации муниципального образования «Северский район» вручили активистам добровольческих групп, помогающих военнослужащим сбором и отправкой гуманитарной помощи, а также родственникам тех, кто сегодня на передовой. В рамках акции «Мы граждане России» на сцене Дома культуры молодым людям, достигшим 14-летнего возраста, вручили их первые паспорта. День народного единства – важная дата, ставшая символом солидарности и единения, гордости за подвиги предков и, конечно, веры в светлое будущее великой страны.